сожалению, не увидим Женечку на чемпионате мира в Милане. Что же случилось? Женя до сих пор полностью не восстановилась после серьезной травмы. Но для успешного возвращения в большой спорт требуется полноценная реабилитация. В конце прошлого года Женя получила стрессовый перелом одной из костей стопы. Из-за этой травмы фигуристка вынуждена была пропустить Гран-при и чемпионат России. Женя Медведева вышла на лед перед Олимпиадой с недолеченной травмой. И также она выступила на чемпионате Европы и выступила на Олимпиаде, где она очень поддержала нашу команду и завоевала серебро. Но сейчас необходимо сделать паузу. Предполагается, что к тренировке...